Дорогие наши женщины, с праздником нас! Я желаю вам всем, чтобы мы всегда чувствовали себя женственными, уверенными и невероятно обаятельными. Чтобы мы шли по жизни с улыбкой и с гордо поднятой головой. Пусть у нас всех все будет хорошо. Счастья нам, женщины! И по традиции, в этот день мы, как обычно, дарим подарки. В этом году наш маркетолог размахнулся и сделал выбор из 100 подарков. Многие подарки вы уже получали, некоторые подарки — это товары из нашего ассортимента, некоторые подарки, которые уже участвовали в нашей акции. Но среди них также есть подарки, которые раньше не участвовали ни в одной из акций. В этом году я решила добавить в список подарков небольшие косметички, причем два вида. Одна из косметичек — это вот такая вот сумочка, в которой очень удобно хранить в ванной всякие принадлежности, чтобы они не были разбросаны по всей ванной комнате. Складываются в эту сумочку, застегиваются и хранятся. Здесь все проветривается, вентилируется. Есть три цвета: голубой, зеленый и фиолетовый, это любимый цвет моей дочки. Также есть второй тип косметичек. Это дорожные сумочки, которые наоборот, они с защитой от протекания. Есть тоже три цвета. Вот так вот они выглядят. Полупрозрачные. Они, кажется, соответствуют потребованиям тех сумочек, которых разрешают перевозить жидкости в самолетах. Вот. Ну и так удобно тоже сюда положил всякую косметику, закрыл. В таких косметичках у меня обычно или косметика, или мини-аптечка. Здесь всякие тайские бальзамчики. Вот, есть такого цвета, есть вот такой расцветки, немножко чуть зелененькая, переливается всеми цветами радуги. И есть со звездочками. Это вы сможете выбрать при заказе. Подробности в статье. Также есть вот такая вот косметичка. Здесь удобно перевозить зубную щетку с зубной пастой. Также у меня есть косметичка. Вот такая вот одна большая, очень классная косметичка. Вот. Эту косметичку мы будем разыгрывать среди наших участников в группе ВКонтакте. Условия розыгрыша, и я думаю, вы прочитаете в акции, потому что Саша попросила сделать такой подарок. В розыгрыше будет участвовать не только эта косметичка. Вместе с этой косметичкой вы получите набор косметики, который будет подобран специально под вас. Что конкретно в ней будет лежать, вы не узнаете до последнего. Вы узнаете только тогда, когда получите, откройте посылку, откройте эту косметичку. Будет небольшой такой сюрприз. И также мы сделаем два небольших сета вот такого размера, тоже для участников розыгрыша в нашей группе ВКонтакте. Также у нас будет подарок, который посвящен теме, которая сейчас у всех на устах. Это коронавирус. В Таиланде есть вот такой вот бальзамчик. Он небольшой, у него достаточно простой состав. Здесь в состав входит эвкалиптовое масло, также еще несколько антибактериальных и противовирусных масел. Вот так вот он выглядит. И он очень-очень-очень мягкий. То есть, если его наносить на нос, он не щиплет, практически не ощущается. Но он очень хорошо защищает от вирусов и бактерий. И мы вот сейчас, вот когда у нас вирус, понятно же, что маски не спасают, мы из дома не выходим без такого бальзамчика, пока не смажем нос, особенно если едем куда-то в общественные места. Насколько он точно защищает от коронавируса, я сказать не могу, но когда у нас гуляют тут сезонные вирусы, вот этот бальзамчик, он очень хорошо спасает. Когда мы идем в больницу, мы сначала мажем нос, потом уже заходим. Можно сверху одеть еще маску, но вот обычно этого бальзамчика его хватает для того, чтобы защитить себя и своих близких от вируса. Даже у меня ребенок спокойно относится и воспринимает, потому что он не жжет, не печет, очень легко переносится. И еще один подарок, который раньше у нас не участвовал в розыгрышах, это вот такая вот денежная мантра из тайского храма, освященная буддийскими монахами на привлечение удачи и денег. Кладется в кошелек и носите с собой вместе с деньгами. Такая тонкая, почти ничего не весит. Еще один тип подарков, который раньше не участвовал в наших акциях, но будет участвовать в этой акции, это вот такие дезодорированные спреи. Они сделаны на основе натуральных травяных экстрактов и квасцов. И также они дополнительно ароматизированы разными запахами. То есть вот этот вот дезодорант, например, он пахнет как духи от Кинзо «Белая роза». Вот этот вот запах, он запахом, он с феромонами. Не очень такой
приятный кремово-цветочный запах, так же, вот, как у розы, с кремовыми нотками. Есть 4 женских аромата и 1 мужской. И вот эти вот дезодоранты я сама уже пробовала, у меня, я вообще гиперчувствительная, я тяжело переношу разные дезодоранты, у меня даже на квасцы возникла аллергия, на чистые. А вот в составе вот этих вот спреев, потому что здесь также в состав входят травы, которые предотвращают воспаление и аллергические реакции. Мне этого спрея хватает на один день, то есть я после душа один день обработала подмышки, пару раз пшикнула, и в течение 3 дней у меня нет неприятного запаха пота. При этом он сильно не сдерживает выделение, то есть не закупоривает поры и не вызывает раздражения и воспаления кожи. Вот эти дезодоранты вы также сможете выбрать, оформляя заказ на нашем сайте в течение недели. Еще раз поздравляю всех с Международным женским днем и приглашаю вас на наш сайт, где вы сможете найти не только массу полезных товаров для красоты и здоровья, но также и море полезной информации о том, как поддержать свое здоровье, красоту и молодость.